В 20 веке имело значение то, как видит мир конкретный художник. Эротика стала отражением его переживаний. Вечную тему раскрывают радужные картины Матисса, напряженные эскизы Шеле и поздние работы Пикассо. Произведения этих художников редко встречаются в одном собрании, но именно их творчество наиболее глубоко раскрывает эротическую тему в искусстве 20 века. 20 век, который, может быть, действительно позволил данному направлению раскрыться во всей его глубине. Если раньше мы знаем, что все-таки в те или иные периоды тему, да, вообще обнаженного тела где-то и запрещали, то есть это довольно такая щепетильная тема. Тем не менее, вообще культ женского тела, вообще обнаженного тела, он всегда был. Картины передают эмоции при помощи искаженных линий, быстрых и грубых набросков и кричащего колорита. Кураторы выставки «Арт-центр» в Перинных рядах Санкт-Петербурга отобрали самые интересные работы в этой тематике и показали не просто выставку, а целое исследование внутреннего мира художника. Всего в экспозиции представлено более 60 работ, собранных из частных коллекций Европы. Выставка продлится до 30 ноября. Возрастные ограничения 18+. Наталья Китаева, Александр Хамаганов, Первая альтернативная.